Что-то я не помню, чтобы я выбирал 4 плеродаптера, нахера я его выбирал. Я просил Махуту расписать команды, расписать, чтобы написано было по-английски, а не по-русски. Кто такая высшая школа? Кто ебу, что ли? Кто это высшая школа? Ну да, тоже как-то неудобненько. Я и Ромарио просил в том турнире Махуту, и никто нихера не перепишет. Я не знаю, кто такая высшая школа. Вообще не знаю. Ну это, там есть две же эти команды стандартные, как бы. Там высшая школа и еще какая-то. Ну и Некицу. Есть Некицу, а есть высшая школа, по-моему, так. Ну в рекламе нету Некицу. А, ну тогда, блядь. Ну я только знаю только... Ну высшая школа это, наверное, самая первая, я так понимаю. Ну да, да. А, ну когда ты на прохождении играешь, вот ты играешь против высшей школы, а у тебя команда Некицу. Чуваки там одни и те же практически. Ну я не играл на прохождение, я не в курсе. А, не играл. Нет, то есть, ну, как бы я в Вики играл раньше, ну как бы, но я просто название команд не знаю. А так-то я играл в Вики. Я даже занимал первое место вроде в средней лиге, там, в каком-то мафутинском турнире. Да, все. Это просто когда я... Я хак тогда делал на ИКе, и мне надо было... Там типа суперы надо было что-то там исправлять. Я как бы... Мне надо было, чтобы суперы как бы проверить, как они работают. Мне надо было научиться их делать. И поэтому я задрочился, сделал суперы и всех выебал в средней лиге из-за этого. Ну, типичная, блядь, ситуация. Сделал хак, от себя. Что-то меню. Надо Версус выбирать 2П. Стори 4П можно? Ну. Вау. Тут все по умолчанию. Хотя подожди, тут все. Тут все остали как остали по умолчанию. Нажимай просто старт, да. Наверное, тоже 30 FPS или что-то такое. Ну мы на 15 FPS играем. Там там две опции есть, вроде 15 и 18, кажется. Ну ты выбирай команду, мы одинаковыми играем. Вот они прикольные. Доджеры, окей. Подожди, раньше такой же экран был выбора команд? Нет, немного другой. Прям. Господи, мне надо нажать что-то. Да. Там раньше юниформы, раньше, ну, были, типа, юниформы, ну, показывались, и ты, ну, выбирал, типа, платформу. Ну, да, можно музыку либо рандомную ставить музыку, либо та, которая будет постоянно играть. Я пока лучше рандомную выбрал, но похуй, тут можно любую. Лох, охуенное имя у чувака. Дао, Дах, Джох. А, Джон. Карл. Джох. Лох. Это Лон, кстати, не Лох. А, да, да, это Лон, это не... Это буква... Пошутил, что там N. Надо направлять N. Что у них за спид и защита есть? Пауэр, ну по пауэру они, конечно, ну да. Ну, спидового вперед кого-нибудь. Кто-то самый жирный по защите. А, вот этот. Капитан самый жирный по защите, ну ладно. Так, спида побольше. Да это гон какой-то, блядь. Охуенный пинг. Пиздец. Так, что там по карте? А, сейчас скажу, подожди. Карта... Хост убирает поле, второй игрок убирает команду, играем одинаковыми командами. Хост убирает поле, то есть выбирай... Второй игрок команду.
А, второй игрок. Ну, попоху, я... Мы за Доджеров играем, насрать. Выбирай поле. Согласен. Да. Выбирай поле. Первое, ну ладно. Хоть играть умеешь вообще, нет? Окей. Супера нету. Да ёпта, как ты так сразу? Я не знаю, я просто ударить нажал, он сам ударил. Сразу в воздухе. Отлично. Блин, я не... А, ты хотел отбить слой. Да, их же можно... Они же, типа, отбивать умеют, супер. Бля. Твою ж... Я ж... А, я вот желтый у меня и шарик, а не... Да ты задолбал. Ай, блин, как... Там же еще нельзя бить тебя. О, фух. Повезло. Примите. Карлыч. Что? Не стримите? Не. А, я в тупик себя загнал. Я пытался... А что, я не могу вот это любить в этом роме? Что-то я не понял. Не-не, это в оригинале так же, просто надо... Или бэшкой бить, я не помню, там в каких-то условиях. Я помню, просто подбегаешь и бьешь, и что-то меня пробовал, меня, я сам убился. А во время супера нельзя, по-моему, кстати. Обычного. Или подожди, странно, нет. Они же все обычные. Ёпть, я забыл. Ну там были условия, нельзя бить. Блядь! Тяжело. Не умеешь играть. Бля, у меня уже все дохлые. А, у меня супер уже нет. Да, надо иметь хпшечку, хоть одну. На изнизу хотя бы, чтобы ударить. А, я могу... Сразу. Я могу с своей половины бить суперы? Блин, говно. Думаю, да эту хуйню не убрал, чтобы нельзя было бить своей половины. Чужой половины. А почему мне? Блядь, я не могу. Я не тренировался. Не, вот... За Тоджеров можно и на эту кнопку жать, он же все равно будет отбивать. Это же верхний, типа... Куда мне включилось? Блять, опасно было. Да подними ты его! Есть, отлично. Ах ты, Скотт. Пошел в жопу! Да, я сам давно не практиковался. Капец, еще и двоих еще ударил. Я хотел хотя бы по-честному ударить в этот раз. Серьезно, ты отбил это? Да, они, походу, могут... Они только супер не могут. Ну, а только супер обычные игроки вроде не могут отбить. Ну, похуй, ставим как по умолчанию. Подожди, обычные игроки могут отбить удар летящий, что ли? Вроде... Вроде да. Мне показалось, ты вратарём ударил тогда. Нет, сейчас вроде игроком ударил. Кажется. Бита тоже была. Но оно как-то как будто не дошло до него. Блин, что тут выбирать? Сила. Ну, защиту, наверное, вартрю лучше ставить, а скорость лучше в поле. Как-то так, наверное. Где я вообще?
А, блин, что-то я затупил, я на своего смотрелся. Шли в жопу. Блин. Братки. Ай. Серьезно? Нет! Ну! С такой силой удар, чувак. У них когда хп на максимально, они очень сильно бьют, как бы, вроде. Да блин. Да блин. Как? Как ты это не слабил? А я думал, по центру летит и проебался. Походи, еще и супер делаем. Бля. Да, супер мы умеем. Вот так чуть-чуть. Посос. Серьезно, в этот момент? Так, опять супер сходу. Блин, я ж подпрыгнул. Да бля. Он одновременно и бьет и защитником, и этим вратарем. О, качественно вернулся. Ух ты. Так, зачищаем. Блин, я все дохлый. Сейчас... А, я думал, сейчас выгоню. Ты всех моих отпиздил. Ну, ты нужно делать. Он валяется до сих пор, чел. Так и нужно делать, типа, я зачищаю, перед тем, как взять шайбу, я зачищаю всех дураков твоих. Зачищаю? Да. Настолько круто звучал. Ай. Чуть в свои ворота не влетел. Да как я не попал? А, у меня? Я натупил, я пас хотел дать, чё пас-то получился? Тут пасы вообще нет смысла раздавать, мне кажется. Нет, есть. Да не, просто у меня мало хп было вообще, почти не было. Точнее, вообще не было хп. Комбинационно, я понимаю. Да, супер, настолько. Супер, ты, это ты можешь бить самый пострел. Да, я могу тебя бить. Да, поэтому я не знаю, почему в тот раз он... Бля. О. Бля. Иди сюда. Лови, браток. А, я чуть-чуть уехал. Пиздец, ты. У кого шайба? А, у тебя? Дай сюда. Я вообще вниз бил, а не вверх. Жесть, невозможно остановить там кого-либо. Ай. Не сработал бег. Блин, все мои дохлые, что ли? Класс. Походу. Блин, тебя не смог убить. Блять, настолько опасно просто брать шайбу в бое. Блин, вот это выбор. Выбор просто изумителен. Постоянно выбирать, я не знаю, кто где. Лучше бы она запоминала, что я последний раз выбрал. Чё там я выбирал? Спид 75, 74, 84, 84. Ну ты самого сильного себе на ворота поставила, остальных я не помню как. Ну я знаю, да. Я ставлю просто так же, как они вот по умолчанию стоят. Да как я не попал-то по ней вообще? Да где у него? Сейчас я не могу тебя убить. А ты мог меня убить с вертушки прям с разгона. Знаешь, что это? А, наверное, знаешь по-любому. Нет.
Ай. Дай сюда. Да пиздец. Йоу. Ну, в прыжке я мог сейчас сюда. Сравнивает. Срабатывает бита, срабатывает, то не срабатывает бита у кипера, я еще не знаю, что это зависит. Ну-ка. Быстрее меня. Блин, когда ты крутишься, я вообще тебя не могу убить, что ли, вратарем. Вот Адрия, вот в этой игре я очень сильно уязвим. Его надо защитниками защищать постоянно. Иначе тебя просто выебут. Это хуже, чем лопты даже. Да. Ты рай, как хитро он пацаешь. Блин, случайно. Ой. Переключись на, блядь, дурака другого. Вау. Держи. Да капец, за кого я играю? Один дурак да не может поднять. Я уж подпрыгнул в момент, как ты меня убил. Качество. У меня не было там никого, да. Но все равно я пососую. Че нравилось, давай все техан поверим. Нет. Блять. Ну ладно, не буду спорить. Ты хочешь со мной поспорить о лучшей игре? Все, тебе не догнать этим героем. Я на стриме видел эту игру, пиздец, каловая масса вообще. Это знаешь, это альфа, это супер-мега альфа. Версия Gold 3. Спиздил, шо это? Блять, это супер-мега версия, блять, на всех платформах есть. Твоя вонючая, блять, Gold 4, блять, нигде нет такой МНС, блять. Вонючая. Конечно, блядь. Которые все играют. И ну, не вонючая, в которой Тимощук играет. Это на другие консоли. Не, ну ты элита, братик, конечно. Я, кстати, возможно, на других консолях она и нормально выглядит, я не знаю, но, блядь, в NES это вообще. Там... Не, она везде одинаковая. А в смысле выглядит, играется, как она нормально? Она везде по-моему. Играет нормально, кстати. Она везде одинаково выглядит, короче, практически. Ёпта! Я вообще не понимаю, я жму вроде как. Я вроде как, ну, ногу жму, у него срабатывает либо бита срабатывает, либо нога. Но у меня надо как бы в этот раз была нога, но. Вот, сейчас нажал биту, но у меня не сработала бита. Блин, как это было мимо. Ну ты типа поздно сделал. А, бля, время кончается, ну проёб. Да. Ладно, слаб. 1-2. Так, с двух побед со сменой хвоста пуску. Финалы верхний. А, ну. Так, ну давай за. Давай за телок сыграем. Где тут телки, вот. Блин, тут вроде еще телки есть. Пантеры. Кто из них, которых можно выбирать? Ну. Офигеть, тут команд. Ну, наверное, вот эти, потому что они выглядят. Кто это такие? Арсенал, это Дюныч. Дюныча команда. О, у тебя телка постоянно окей опускает. Но это баг, видимо. Я правильно выбрал? Нет, нет, на других это телок. Другие. Это другие. Там еще должны быть другие. Одни. Не там в начале списка. Блин, сколько здесь? Куня? Чё за? Да сколько здесь команд? А, вот начало. Да, сейчас будет телки, вот. Блин, это сейчас медведи будут на велосипеде. Хотя что же могут быть? Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот, зад наперед. А похуй, стайфер мне рандомно.
8. Ну, Срид, конечно, тут уродливый. Куда ты выбираешь? Ой, я возьму медведей. Что уродливый? Выбирается на медведях за медведей. А, в лес справа же точно. То есть слева. Че у нее такой терн на этот? Радиус маленький. А где супер? О, нихера себе. Чего? А Мишка? А, ну, а типа, не мог... Они все умеют... Сначала просто летит. А хотя, кстати, да, у них вроде нету... У них вроде должны быть все время супер одинаково. Блин! Ну реально, а где Мишка? О, спасибо. Да блин, я думал, я... Блин, реально, где... Чё сохранил, где медведь? Чё, супер. А его, короче, брать, короче, он когда в землю ударяется, когда он в землю ударился, он превращается в обычную шайбу, его можно просто в руки взять, эту шайбу. А когда он, как бы, когда он на голову падает, его хуй возьмешь. Ну, если только на шару, как бы, ну, это на шару, как бы, зависит. А когда он падает, то он уже становится... Он когда об землю когда ударяется, он становится уже обычным... Обычная шайба, не супером. Вау. Да подними ты его. Все, погнали. Ел. Да, тут стоит угадывать, наверное. Да, тут мы... Надо было защитником. Кулаками такими. У нее не молдят. Зашибись. Перепасовался свои. Оп. Блин, чё? Плохо. Нет! Чего у меня супер не было? Чего вы играете, кстати? А что? В Ике. В Ике? В Ике, да. Не уважаю. Не уважаешь? Да переключись ты на вот эту баблу верхнюю. Бля. Можно переключаться, что ли? Нет, нельзя. Чё за хуйня? А. Я думал, сам себе сейчас уёбнул. Затётная шутка. Учись на эту папу. А чё, можно? Нет, нельзя. Как делать суперы, чё за... Не, ну авто... Оно перерубается автоматически, как бы, но... Они никогда не фейлятся. Ну да, там же автоматическое переключение. У всех суперы получаются. Они как будто специально для этого запускают эмулятор ночами и сидят супер отыгрывают в доджболе там. А чё это вообще за... А, это баба. Он обратно... В доджболе чил какой-то. Это всё время супер хорошо делал. Вот я с ним играл, но я его всё равно выебал. Почему сейчас не получилось? Я ж вроде бы нормально сделал. Кажется. Он на высшей точке делать, ну-ка, прям как Гол 3. Типа, на самой вы... Ну тут надо точнее, чем Гол 3. Тут я надо... знаю. Тут надо реально на высшей точке делать. Вот интервью. Ебать, злокачественный супер. Злокачественный супер. Повезло мне. Все зависимы от суперов. Конечно, конечно. Прелесть в игре не в этом. Надо нижней ловушкой брать, а не верхней. Иначе он по-любому тебя убьет. А вот это вверх, чё за... Чё сейчас будет? О, уважаю. Как добрать мяч? Это вообще пиздец, просто обычный удар. Чё происходит? Эпилепсия. Эпилепсия. А, он телепортируется? Нихера себе придумано. Что делать?
А, зашибись. Ай! Он остановился сразу же. Не, ну я хуя, конечно, они убрали медведя из Рома, это пиздец. А где медведь, блин? Я хочу медведя запустить. Где медведь, блин? Кто-то хейтит медведя, походу. Медведь, сука. Ёбаный рот. Да медведь это самое хуйное, что здесь было вообще в этой игре. Ну, еще бы русским придумали. Ух ты, ёбаный, твою мать. Эй, а где он? А. Они ёбаные медведи убирают. Котик самый умный вообще. Получил порыло. Ударил меня по лицу. Хуми. Пенальти. Хуми. Ой, экран там белый был. Пусть я попал мамника. Эй, а ты, а где твои пенальти? Рандом. Если я сейчас вратаря бил, наверное, уже бы сработал уже. Пусть я попал мам. Так я же разогнаться должен был. Вперед, вперед. О. А, у меня шайба. О, да уважение. Я, за экраном не сработал удар. Сразу. У вас в России есть Deo, Lanos и всякие? А что это такое? Deo Sense машины. Э, бля, чё за... я своего отряда, что ли, убил? Бля, смотри. Смотри, нет на месте, съёбываю. Я же должен был подпрыгнуть. Есть, есть, есть. Есть, да, у нас их дохера просто. Не, у нас дохера. Ну, как играть, дохера. В немецкой хуйне. Да где оно? А, вот оно. У нас супер много апелек, этих, фольксвагенов, гольфов. Супер много. Ситроеном дохуя. Чё, блять, я вверх и Б нажал. А тут нельзя диагонально его держать, он бьет туда в меня какие-то. Чендаев вообще пиздец. Это тени Гол 3, где можно диагонально жать, и он ударит куда надо. Да ну все, дохуя. Ну в смысле, мне диагонально назад, в смысле, диагонально назад нельзя жать здесь, тут надо жать диагонально вперед. Если я правильно помню. А, окей, я понял. Не, я назад не нажимал, кстати. Ну, может быть, зацепился. Да, потому что, по-моему, я даже не понял, но вроде бы тут нельзя жать назад. Сейчас проверю, кстати. О, да, зачем? Да, нельзя жать назад. Иначе он бьет. О, а что? Ёптать. Тут или на поле нужно было управлять, я за тобой побежал, или вратарём. Да убит, да блин, я... Чё за хрень, я уже управляю своим защитником. Нёу! Кто-нибудь спасите меня. Получай, порыло. Ай, пех, я же остановился. А этим ударом можно своего, конечно, кейпера убить, да. Блин, не повезло. Так, вообще не всё по делу. Ой, блядь. Как мне запустить батлтос, если я даже зайти в игру не могу? Как мы будем играть в батлтос, я даже не в игру зайти. Ну похер, вытащи этот, ставь свой, потом ставишь обратно. Они не... Да бля! Инстант карма. Да. Инстант джастис, видосики на ютубе. Зашибись, 2 на 2. Заклепался я в этой гамме. Что? Я заебал? Это я могу напомнить про вечный шум твой в микрофоне. Это, конечно, песня.
Тимущика можно помнить вообще про все. А сколько эта песня? Это из Никитсу что-то, но я не помню откуда. Надо вспомнить. НКД. Да, НКД, точно, точно. НКД, да. Вот тут это Ким, она похожа на... из полицейской академии, вот тут такую добрую. А где Супер? Которая голосом таким. Я вообще не понял, я смотрел ее в детстве давно так. Я же нажал. Пиздец, я нажал в самый последний момент, она не сработала. О, господи. Да заебал, убивайся. Да ёпта, тебя вообще не словить, как вообще? Ладно, хватит тебя вдохновлять, я слишком много комплиментов. Да, попробуй самолёт пирать, вообще охуеешь. Да, меня не словить, да. Ты такой въёбываешь. Ёу, что делать? Да блин. У кого-то типа рвался. Оп. Нужен отдув. Ай, пиздец. Да как я не поднял-то ее сейчас? Да может убьем ее? Нет. А, бежит! Не сработало у меня. О, уважаю. Ну ладно, пускай. Чем меньше тел, тем больше кислорода. Вообще на самом деле хрень. Да почему не срабатывает, супер? Ты реально тренировался до хера, наверное, супер делать. Ну, раньше тренировался, а так я уже не играл где-то год, наверное. Я примерно помню, когда надо бить, ну, что такое? Ну, достаточно просто чуть-чуть потренироваться, но всю жизнь запомнишь, это же наставники су. Ну да, тут особо не надо прямо так задрачивать. Офигеть, вот это... Вообще хуёвый тайминг. О. Чё, один против троих или что там? А, нет, гол уже был. Да, был гол, тебя уже вернули этого. Ну и снова забрали. А в этот раз вроде верхнего забрали. Чё-то игры надо подтвердить, но в игламете не написано, значит, две всего. Что ты говоришь? Две игры всего, да, если хоть один-один. Не, нет, сетка, мы до двух побед играем, кто-то должен выиграть, по-любому. А, до двух побед точно. Сейчас лапну. Ладно, решающее. Хвенсов знал свой первый класс, выжил класс от Нёрдмера. Папа Ангина какой-нибудь, бля. Это не Папа Ангина, кстати. В смысле какой-нибудь? Ты говоришь какой-нибудь Бабангит, это легенда. Это рэпер какой-то или кто? Подожди. Ты охуел, Бабангит, это вообще, блядь, пиздец. Так, я выбираю команду. Ну, Бабангит, ну, сам рэп давай сыграем. Рэпер. Рэпер? Конечно. Я выбираю самураев, браток. Учитывая, что все рэперы уёбки. Да, ну кроме Бабангиды, это просто как кроме. Это самый лучший среди ребят.
Я вам сейчас сразу лучший трек в Ангида скину, чтобы вы понимали, что это. Нажимай еще раз. Блядь. Ничего себе, блядь. Коба, блядь, баба. Куда ж такой капель? Да. Че за защита 65? Я охуели, блядь. Это самый лучший рэпер. Короче. Понимали. Да раз. Да раз. О. Айс. Почему его зовут Айс? У него один глаз, и поэтому... Ну, типа, одноглаз, да, Айс, типа, глаз. Выбирай любую арену. А может быть, тут есть еще зона? Не, жалко. Не, вряд ли. О. Ух ты. Камни, тут камни? Походу, да. Так, а я за синих, все, наверное. Что за хрень? Это ворота такие? Че с воротами? Всех отпиздил. Я тебя. Охренеть, именно твоя переиграла. Стой! Если суперов нет, то вообще заебись. Да, вот суперов тут нет. А может, не отпиздил. Я думал, я вот в штанге стою, что, и там оно бы залетело. Ну, не залетело бы, по идее. Да, ворота, конечно, пиздец. Мне нравится эта хрень. Нихера ты достал даже. Вот, привет. Здорово. Чё за НКД? Пытаюсь. Да, пытаюсь. Пролезть. Пытается волну пустить. Я тоже так умею. Что, пытаешься супер тело, да? Нет, этот... Да, без суперов хуёво, я знаю. Да, суперов тут. Дармариус, отвали. Раньше ты просто по КД их делал, теперь не можешь, честно. О. У меня медленный герой. Да блин, чё я туплю, волшебовать. Меня окружают просто... Ой. Тела. Да кто-нибудь убейте его. Очень медленные повороты, очень маленький радиус. Ну, игроки самые слабые сами по себе, они тоже. Удар у них, ну, довольно медленные сами. Ньоу, 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 ньоу! А почему сквозь ворота прошло, не засчитало? Ну, тут просто непонятно, где ворота, где ворота начинаются. Как вообще забивать, я не знаю. Ты не крушу. Ой. А он довольно быстрый, кстати, у меня ферзь. Кто-нибудь убейте его. Да подними ты шайбу в рот. Нет! Нет! Отлично принесла. Ну. А, да, супер сделай. Я пытался выбить его хоть куда-нибудь. Ньоу. Еще один гол за тайм, да? Так, в этом я выбрал скорость самую высокую. По скоростям лучше выбирать, конечно. Ну, наверное, я выбираю по скоростям тут. Кстати, да. Кстати, народ. Кстати, на воротах особо похуй, потому что суперов нет, так что тут, наверное, насрать, кого на ворота ставить. Я так думаю. А я так не забью. Лучше вот так.
Я же все попал, тогда там звуки были... А, это я по вторую попадал, понятно. А? Не, я после я кого-то убил, но я подумал, что я тебя бил, оказалось, я вратаря бью. Я подумал, почему ты не, ну, не умираешь, когда я тебя бью? А я быстрее. Да блин, я хотел остановиться там. Надо ближе что ли подбегать, я не знаю. Как тут еще забивать? А, можно навес можно забивать, типа навешивать, а потом отряд пиздить. О, конечный пас. Это такое не часто увидишь. Ты иди. Как тут навешивать? А, вот так. Да переключись ты на этого долбоёба. Ну ладно, хотя бы так. Вот так вот. Так вот, вот так вот. Вот так вот. Так вот. Вот, вот так вот. И вот так вот. Так тянется. Вот так вот. Ага, вот так вот. И вот так вот. Ничего он не делает, ничего, он не переключился на него. Ай, блин, что-то я лоханулся. Закончить заправляю. Наконец-то что-то пошло в твои ворота, в твою в ту сторону. Эй, блин! Опасно было. Так. Вот так вот. Лови пас, браток. Мне переключилось на дальнего сзади. Ноу! Бля. Блин, 2-0 всего лишь, капец. Даже поднять такую шайбу не может. О! Да блин! Мне с тобой не повезло. Именно не повезло. Походу майоры все мертвые. Где вообще мой защитник? Хоть один. Ай. Не, не позволю тебе. Бля! Я на тебя отвлекся и. На фронт я вообще забыл. Да, лети отсюда. Здесь нет. Время мало, надо забивать. Что-то пасос. Охотник самураев выбрал, я не умею за них играть. Ой, не того. А что самого быстрого себе не берешь? Там и чувак скорость 88, ты его не ставишь. Я взял его? Нет, не взял. Вот это, которого я сейчас, который только что тебя ёбнул. Это я был. По-моему, это он с 88 скорость, а ты себе не взял такого. И все равно я проебал. Я не позволю. А, это как всегда, я так делаю, подкидываю. Когда ты можешь ударить, и вдали нам летит. Что, Ромалёв Сироксия найти не может? Нет. Что-то вообще не то. Да, ты как-то не очень... Чего? Настолько? Ай, бля. А, ты ударил меня всё. Да хорошо, там защитник стоял, иначе бы я не вывез. О, не наебался. Окей. Okay.
Хватит, я хочу шайбу. Пофигу, что... Типа, да сука. Бля! Залетело говно. Отлично. О, окей. Хорошо, что успел ударить, так бы ты, наверное, поднял ее. Вот так вот. Ага, вот так вот. Бой стандартный, что-то я в регламенте такого не, по-моему, не видел. Ой. Я думаю, Мафута не обидится. Или кто-то... А, Ромарио, наверное. Мне на дальнего приключилось. Да вообще в тайминг не влетел. Если я с каждым по одной ничьей сыграю хотя бы. Ну да бей ты. Бля, что происходит? О, нихера себе. Отлетаешь. Нет. Сейчас, подожди сек. А, нажми паузу. Блять. А, где тут регламент? Ну, Ромаля говорит, что типа поля нельзя выбирать, ну, левые поля, а там всё 5 полей было, типа, в рекламе. Но тут деревянный себя не видел, сейчас поле, пол... Хвост убирает поле. Чего? У нас что-то не так, или что он говорит? Не, всё норм, я... Всё, ну, запускай, короче. Откуда тут Ромаля учили? А он на сервак зашел к нам. Тело поставил. О, вот это вот быстрый. Оп. Ну все, посос, короче, мой. 2-1. Не ты при этом выкладываешь. Да, я выкладываю. Все, спасибо за игру. Спасибо тоже. Так, все, заканчиваем.